Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить игру Crash Bandicoot с первой PlayStation. Ну что же, злобный доктор Кортекс, ты уже чувствуешь, что я иду? В общем, сейчас нам предстоит довольно такой сложный уровень. Я его уже пробегал. Но это не значит, что, в общем, без проблем я его пройду. И для того, чтобы, в общем, мне дойти снова до этого уровня, мне пришлось перепроходить снова аж с уровня с этим, с куалой этой бешеной. Ой, блин, бахнуло. Ой, я... А, ну вот. Я, оказывается, еще живой был. У меня же маска была. Да. Так что, перепроходя, в общем, игру с того уровня, я, в принципе, насобирал жизни довольно много. Так что можно сейчас... Ой, умирать вообще вдоволь. Всяко по-разному. Дохнуть. В общем. Так. Так, и еще понял я, оказывается, что можно вот эти вот камеры, телекамеры, их, оказывается, можно убивать. Так, вот, наконец-то получилось у меня тут на вопросик на этот, точнее, на восклицательный знак нажать, и тут вот тогда открывается вот этот проход. И вот здесь можно взять жизнь. Но тут платформа такая гадская, она вниз падает. Вообще, когда захочет. То стоит, потом раз вот так начинает что-то потихоньку подрагивать и, в общем, падает вниз. Ладно, жизни взяли, на яблоки найти, в общем-то, по барабану. Самое главное, жизни. Такой зловещий уровень, музыка здесь такая прям, какая-то зловещая. Ну, правильно, все ближе и ближе к цитадели. Так, вот здесь вот опасное место. Опа. Есть. Да ё-моё. Ну, поскользнулся, бывает. Шнурки развязались. Так. Думал, проскочу. Лбом ударился об камеру. Чик. Так. Ну, блин, крутится, вертится шарик земной. Опа! Есть. Тут уже везде своих инициалов понаставил. Докторишка этот. О, отлично. Отлично. Бонус тур. Надо засейваться, потому что я так до сих пор не засейван. Ребят, я помолчу. У-у-у! Да, вообще, отлично просто. Ну, подружка, ты прям красотка. Пойдем со мной. Хватит тут стоять. Отлично. Засейваться можно. А то... Со самой куалы. А, нет, где-то я еще там при втором перепрохождении, по-моему, собирал, да, бонус уровень. Но все равно, в любом случае, хорошо. И, кстати, в одном из уровней мне там удалось перепройти... взять три маски, в общем, этого сумасшедшего ученого и попасть в его бонус уровень. И взять у него там кристалл. Один серенький такой кристальчик. А, блин. Столько выцеливал. Все равно попался. На этот тазик.
Так. О, сейчас жизнь дадут, отлично. Оп. Вот так вот. В общем, убиваются они. Вот вы видите. Ураганчиком все-таки есть на них управа. Уровень на самом деле такой очень напряжный. Тут прям расслабиться почти негде. О, отлично. Вот здесь сейчас место будет такое палевное. Подгадать тоже надо. Оп. Шо? Вон тут и телеки с его рожей протокольной. Как он себя любит. Так, ну вот здесь можно взять ящик с яблоками. Ох. Хорошо. Так, ну в принципе... Не так много осталось до конца уровня. Хо! Тишина. И только мертвые вдоль дороги с косами стоят. О, отлично, тут еще жизни нам дают. Там вообще прям... Сколько? 29 жизней, офигеть. Фух, прошли. Прошли очередной уровень. Сейчас каждый шажок становится все сложнее и сложнее. Уровни, конечно, уже вообще не подарок. Такая игрушечка детская, но... Не сказать, что она легкая. О, босс, что ли? Ну, напугал он меня своим страшным видом. Да чтоб тебя, а. Хорош раскидывать бочки, блин. Так, не, походу это не босс. Такой тоже прикольный пузан. Так, да ё-моё, хотел вертануться, не вовремя нажал кнопку. Интересно, эти бочки, их можно откинуть? Ух. Вот так тебе. Будешь хихикать тут. О, хорошо. Наш друг. Масочка. Ой, блин, и тут же исчезла. Сейчас сквозь бочку прошел. Интересно. Так, это что, блин, весь уровень будет такой с бочками? Ага, вон опять пузан стоит. Чем же ты, интересно, у этого кортекса занимаешься тут? Вместо мусорщика тут местного. Да что от тебя? А, блин, сначала. О, сейчас жизнь дадут, отлично. Отлично. Вот там такое впечатление, что башкой я еще что-то бьюсь. Что же там еще выше ящик какой-то стоит? Наверное, это обман. Ох, блин. Закатал.
ты сейчас поплатишь. Сейчас, подожди, я тут яблочки соберу. Лучше убегай, пузан. Мне же говорил. Так, масочка снова. Оп. Так, там очередной у нас пузан впереди, блин. Сколько у вас тут клонов? Похож на этого из игры Сэм и Макс. Только я вот не помню, кто там из них Сэм, кто Макс. Оп. О, отлично. О, портрет подружки взяли и жизнь. Отлично. Опять ты тут ржешь. Сейчас ты у меня доржешься. О. Я говорю, лучше на мою сторону вставать. Я же все равно рано или поздно доберусь до вашего босса. И потом вам придется выбирать. Ого! Ого! Вот это уже не смешно. Ё-моё! Ну да, лучше, конечно, утопиться. А, нифига, там еще и эти прыгающие бочки. Так, чё ж, блин, с ними-то делать? А, здесь он еще обычный. На. Все-таки еще слова хочу хвалебные сказать в адрес Naughty Dog. Молодцы, конечно. Это, получается, один из первых таких мультяшных 3D-платформеров. Ай-яй-яй. Ну и, в общем, они в полной мере тут, конечно, разнообразием пользуются, которое предоставляет вот именно перспективу это 3D, что тут тебе и плоские уровни, где надо вперед бежать, и где как бы, ну, в лицо игроку, так скажем, ну, вот те уровни, где от камня там мы убегали, прикольные, и вот такие уровни, как этот, где убегать надо. Ну, вперед бежать, как бы. Четко, четко. Молодцы вообще. Красавчики. 96-й год, обалдеть. Я до сих пор, блин, в шоке. О, есть. Повезло. Ух. Так. Опа. Ух. Сейчас. Через сколько он их там кидает? Ага, через 3. Получи, фашист, гранату. О, ништяк. Чекпоинт, отлично, отлично. Ой, опять эти бочки. О, тут, походу, только эти бочки и будут прыгать, что ли. Точно. Ой, в общем, ребята, тут я чудо-монтажом воспользовался, вырезал. Я тут сдох раз, наверное, 10 на этих бочках. Но я сдох не зря. Я тут выработал тактику, в общем. Тут
можно просчитать, куда они падают, и вот как бы вставать на то место, где она вверху будет максимально. Так что, в общем, я не впустую умирал. Так. Здесь вот мины эти, блин, с ящиками. Я вот часто умирал именно вот здесь, пытаясь их взять. Там было изначально две жизни. По-моему, две. Сейчас не будем брать. О, отлично. Отлично. Так, опять я помолчу. О, ничего себе там, артиллерия. Ох, не хочешь ты, блин, со мной идти помогать мне, подружаечка. Ну, хоть сохраняешь, что хорошо. Так, вон у меня получается, да, один алмазик есть. Показано. Ну, походу, чтобы ключ у меня появился, это надо все 26 их там собрать. А, это нереально, конечно. Так, вот, по-моему, когда мы с бонус уровня возвращаемся, этот чекпоинтом становится. Здесь я не был опять. Сейчас будем подбирать. А, чуть-чуть переборщил. Ну, в общем, здесь точно вот на второй не задевает, вот здесь. Прям вообще спокойно, да. И, по-моему, вот где-то на третий. Между третьей и четвертой. Ага, вон, видно этого чувачка. Потом вот здесь. Так, а ну-ка. На бережок надо, вон на тот нам. Оп! Ага, только об чё она там ударяется, непонятно, конечно. Как раз между этими падает. Ну все, чувак, я уже близко. Держи. Фух, ну на самом деле такой уровень. Опять же, если алгоритм понять, как вот с этими бочками прыгающими действовать, то в принципе даже и, можно сказать, несложный. Так. Пинстрайп. Еще мы на один шажочек стали ближе к доктору Кортексу. Он там уже дрожит, вон ходуном ходит его этот дирижабль. Ладно, продолжаем. Тонкая грань. Ну ладно, посмотрим, что там за тонкая грань. О! Ты кто? По-моему, мы такого встречали уже где-то в одном из предыдущих уровней. А, это! Это главарь, нифига себе, у него полоска жизни какая уже мощная. Так, ну опять же, надо понять, что тут делать. О, смотрите, как он прикольно. О, вроде бы ударил. Да, походу здесь надо будет его самим убить. Ай-яй-яй. На тебе. Новая анимация у нас появилась. Смотрите, как он прикольно закрывается. Ай-яй-яй. Нифига у тебя шмайсер. А, так, масочки нету. Сейчас что-то не мог ударить, странно. Походу его, когда он стреляет, невозможно ударить, что ли. Томми Ган в руках. Ну прямо гангстер, елки-палки. Весь сброд собрал Кортекс и заставил на себя работать. Ай, блин. Да что ты? Ну я говорю, походу, первый, кто придумал укрытие, это вот, ну эти док, смотрите. Стоим за укрытием, он такой раз голову закрыл. Ну вообще, умора. Да и босс корочный. А-а-а, блин, думал успею ударить. Вроде он перезаряжался. Так, ну все, шутки в стороны. На тебе. Ага. Ну у тебя и рожа, Шарапов.
Так. Выжди момент, блин, еще скачет. На тебе. Че ты тут охраняешь? Ну, что-то он там какие-то огоньки бегают. Вот так, половины жизни уже нету, хорошо. Держи. Пару раз осталось его нокаутировать. Ай-яй-яй-яй-яй! Повезло. Мазила, мазила. Ржет вообще. Ай-яй-яй. Не, ржет прикольно, конечно. Это, походу, твой кабинет, да? Или промежуточный кабинет Кортекса был? Он тебя тут оставил, а сам, наверное, свалил, да? Ну, я говорю, очкует уже, очкует. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, вот наверху его можно там коцнуть? Когда он на столе стоит. На! Есть! Опа! Еще и стекла разбил. О, отлично, очередной приспешник Кортекса повержен. Так, ну что же, давайте на этом закончим. The High Road. Что-то подобное, по-моему, уже было. Ладно, неважно. Закончим на этом серию. Спасибо, что смотрели. Комментируйте, подписывайтесь. Ну и увидимся в следующей серии. С вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока.